Что случилось? Это не я. На твой проказ такого не было. Нет, я пробую сделать Twitch трансляцию. Ой, не надо. Тихо, ша, мы одну попробуем. Ой, не надо. Ой, да. Ой, не надо. Я тебе кажу, у нас все будет виснуть. Подожди, я специально скайп. Боже мой, на 26 метров больше будет виснуть. Я думаю, это не смертельно. Так, что... Так, ты уже приглашение кинул, да? Там можно будет виснуть, я тебе кажу. А подожди, сейчас проверим. Хоть звук від мене, зроби так, щоб люди не чули. Я не знаю, як це зробити, так що... Добре, середа? Наушники просто візьми, або ще ж. І так в наушниках, по ідеї, буде слышно все, що я говорю, і тебе буде слышно теж. Не повинно якраз в мене чути. Ладно, проверим, що ти паришся. Страшно, страшно, так? Не треба, страшно. Та там не лише мене. Так, ну что, поехали, поехали. С вами Луня и Тавор. Ну-ну. Играем в ХОС. Скажи привет. Уже одному раз. Это еще просто тест. Все. Да, тест. Все. Ты не звездная личность, и вот тут я твой показываю. Тавор, хэштег 2651. Ты что, уже 31 уровень? Ну так, а что? А что, сколько вообще уровней? Охрен его за 50. Нет, 40 что-то такое. Я просто думала, как в Лоле, типа 30-ка и все. Купишь. А ну кинь мне посылание, я не знаю, если чуть-чуть, то что ты можешь. Я на стенку кинула. Куда? На стенку себе кинула. Ой, блин. Господи, напиши Twitch Flash Луня нижнее подчеркивание 002. Де он? Я не бачу на квесте на цю всю книгу. А, ось. Блин, стартнул. Сад ужасов нас ждет. Что тут такие лаги, эпичные лаги? Да ладно, серьезно? Да нет, да раздаемся. Фантажить. Так это у тебя лаги, не у меня. Смотри, не вылетит. Лаги. Там куда мы едемся? У меня вот котята так растут быстро, что вылазят из коробки, и мне приходится за ними смотреть. Короче, все чутно, це дуже-дуже погано, мене навіть занадто голосно чутно, зробив в скайпі, мене попросту тихіше. Я постараюсь, але я не уверена, що це зробити. Зробити, ні, просто зробити. Зараз відчую, атака, о, смотри, я тише, все, я тебе тише слышу. Все, я уменьшила. Мене нормально слышно? Тебе я прекрасно чую. Ну, все, не переживай, все хорошо. Та взагалі суть. Що? Та взагалі суть. Как тебе моя футболочка? Сама рисовала. Что, серьезно? Да. Видно футболку. Слышишь ты? Видно футболка. Мне, короче, периодически в кадр будут попадать котята сегодня. Может быть, не знаю. Пыщ. Нет, серьезно. Когда скайп тянул, блин, 250-300 метров, это же... Я же затримку, я працюю нормально, скільки я бачу. Побачу, ти зараз що про якісь котят говориш. Сейчас про тебя буду говорити. Почему не к того, давай рассказывай. Будем, я учусь вести интервью, общаться... Окей. Так, всегда. Блин, у меня такая идея классная появилась, но это не онлайн-трансляция, так что я потом напомню, что я тебе рассказала. Куда бежим? Я там не чую, если что. Чего? Плохо. Что там делать? Короче, я бегу вниз, и ты потом прибежишь, окей? У тебя есть 8 секунд. Эй, куда ты делся?
Сделай себя громче, я сама тебя сделаю громче. Все, все хорошо, все нормально, я тебя слышу. Не, в принципе, я смогу в следующий раз как-то подумать. Как оно все прекрасно работает просто. Просто манифик. И это настолько двое. Да ну, я не думаю, что из несчастных 20 метров оно должно так виснуть. Это если оно виснет, то оно виснет просто. Виснет. Блин, давай лучше в лоу попробуем поиграть. Я, вчера, решила поиграть в лоу. Чтоб ты понимала, мало того, что я забыла, что купить, что-то надо, да? То есть такая вообще пошла сразу на лайну. Так я с Сибиркой так взрывалась с мыслью, что у меня там этот адреналин, если что капнет, я выживу. Вот, я даже ботом сливала жестоко. Что? Это мне? Так. Нет, так. Ты уже тут? Тут. Блин, не нравится мне. Ого. Люки, вы шо? Пока. Было приятно с тобой играть. Нет. А, чуть-чуть, они теперь за мной хотят прийти. Боже, что это за жук навозный? Сабатур циклосный фреймон тоже есть. А, слушай, а как ты Карину взяла? Она типа бесплатно сейчас я ее купила? О, я хочу Карину поиграть, что она умеет? Круто, она богато чего крутого умеет. Расскажи. Я там нужна, как думаешь, или у меня зависит комп, и мы просто продуем? О, ты уже вернулся к жизни, как мило. Ты тоже Путрина там? Да, я же тут. Я даже, может быть, кого-то убью. Может быть, нет. Ёб, что и мать. Йоху, мы кого-то убили, мы нам дали уровень, я стреляю, кого попало, играю вслепую. Я выжила. Так, надо семена собирать. Семена. Ой, сервер, вернись ко мне, я прошу тебя. Ну, короче, можно спробовать единственное угол. Уменьшивается. Надеюсь. Я это даже графику... Вот, боже, я так обожаю эту телепортацию. То есть я вдруг в одном месте, вдруг я уже совершенно в другом месте. Вот так вот, пумс-пумс. И меня аж не убили. Я просто телепортировалась каким-то макаром на базу. Как? За 3 секунды? Так, у нас цветочков больше. Сколько надо цветочков? Семян, сколько надо? А, меня забили! Я же взяла магическую атаку, какого хрена? Тихо. Блин, ну прямо. Ну, короче, печально. Так, что у меня с этим? Что у меня? У меня 1700 игра, Battle.net 100, OBS 100, Skype 60. Куча всякой есть вообще непонятно какой-то. Не знаю, может, что можно выключить, нельзя выключить. Ну, у меня процессорическая память на 83%, загрузка КП на 50%. Ну, короче, всё равно что-то... Что-то мне не нравится, как работает мой компьютер. Как я здесь оказалась? Нет, посерьёзно, как я... Куда ты подключаешься, типа, сервер, то комп такой керует. Якщо ти про це. Что ты не про це. Я про то, что я умерла, и оказалось, что ничего не всего на меде. Просто вот, по дефолту как-то ниоткуда. Где наш цветочек, когда он расти будет? Треба склону збирати. Так кого надо убить? Вот у цю хрень я не розумію, чому досі не вбили. Так идем убивать? Я с тобой. Бегу. Я просто замечаю, что я вижу, у меня в левом углу появляется...
Короче, картинка. О, боже, боже, вас так много, я так прекрасно вижу. Боже. Короче. Просто много дольше играть. Мы, короче, лузеры, днища и... Да ладно. Все у нас плохо? Ладно. Я побуду на центре, когда север вернется. На самом деле, когда мне так часто отвечать, нуждаем. Так что... Все может быть. Может, еще поиграем. Отходим, чуваки, отходим. Почему ты не видишь шоу? Ой-ой-ой, чувак, много. И Форест. Я тут бегу, у меня жизнь больше, чем у тебя. Я еще убить не могу. Расскажи про перца, что умеет. Что делает, чем живет. Будем точек кушать, да? Не скажу. Это секрет. С кем разговариваешь? Со всеми. Иногда мне кажется, я не играю, смотрю на мультик какой-то. Бач. Это еще хотела трансляцию пробовать. Я не думала, что это... Из-за одного несчастного скайпа. Значит, будем по телефону говорить. Ладно. Хотя бы в этот раз я не телепортировалась, уже радует. Ти де бігаєш? Я намагаюся врятувати наші фонти. От кого? От цих всіх вещей? То есть ты вообще не смысл стрелять? Может, у меня иногда берет, короче, понял, и этот... Настройки максимально ставить? Давай. Ты знаешь, что было тише, говори громче. Подожди. Алло. Привет. Да. Господи, ты смотришь меня? Да я включаю и выруб. Я сейчас говорю просто как, может быть, из-за этого. Вот телефон, да, вот.
Боже, как мило, я опять телепортировалась, знаешь, когда, короче, не обратила внимания, я время, там стройки, что меня убили. Привет, так, все, давай, пока. Ты меня отвлекаешь, работа. Пока. Давай, пиши в комментариях, пиши там, что я бы тебя почитаю. Ты циком. Давай, пока. Да, я знала здесь. Ты циком. Подружка звонила. Она смотрит трансляцию. Боже, прикинь. Говорит, что типа эхо слышно. Я говорю, может, это потому, что я по скайпу? Как думаешь? Господи. Нет, всё, играем в лоу, ничего не знаю. Выйди, я знаю. Да куда он бежит? Я иду вниз. Пытаюсь, в крайнем случае. Интересно, а люди тоже видят, что мне тут страшно разница сервером 6 секунд? Так, бачу, в чому прикол? Ти пише, я не знаю. Зараз запишу, нема проблеми. Блін, я опять чорт не знаю, просто вот так вот. Мені кажется, быстрее бегать, когда отключается. Можливо. Я, короче, квіточок бить. К вам. Redland, де? Бачиш, одно сухо не читається туди, де. Воно тільки так читається. Бачиш, звідси. Домом. А так воно не хоче читати, як де. Мы как тащим или не очень? Я что-то пропускаю этот момент. Ты! Что-то у меня стреляет что-то. Так, я хочу Леон запустить, как ты на это смотришь. Что? Говорю, хочу Леон запустить, как ты на это смотришь. Прямо. А вещь, где ты? Я в центре. Взаимосенс. Добре. Блин. Нет, у меня разница с сервером каждые 15 секунд на 5 секунд. Блин, капец. Вот понимаешь, что темный экран, я включаю темный экран, и я прямо в центре. Ну что, это весело? Может быть, очень. Все, мы продолжим. Не скажи, абатур у нас есть. Абатур? У нас до сих пор 77 семян, у нас больше так и брать. Все было подробно. Если бы пробилось снизу, я бы Бриончик запустила. Давай я пойду наверх попробую. Ассенс. Не знаю. Пройду по верхам и запущу возле самого таура. Просто тюмаю урону. Где? Сверху? Потому что если я буду где-то в центре куча народа, меня просто зависает, и толку у меня мало. Что я есть, что меня нет. Только на моих смертях я на уровне поднимусь у них. Бомбы! У меня что-то шучу, чем? Нифига себе, короче. Ладно. У меня почему-то что-то рубается каждый сек. Думаешь, он вроде бы каш? Думаю, сейчас решаем. Ну, висус перестал. Я получала некоторые, понял, типа. Процессы. Начал работать лучше. Просто надо какие-то левые процессы врубать, которые вообще непонятно, почему у меня открыты, что они делают, и
деяку функцію сповняють. Ну, не простіше, але я сумніваю, що дуже важко. Это ты опять меня, да? Да, да. Что ты ебаный андроид пробовал? Спробуй. Да ты что мне написал, что я буду спробовать? Воздан. Опять растение к нам пошло. И опять меня включило. Ну давай, ставь. Где в центре, слева, снизу, справа. Прямо в бою? Отлично. Я с тобой пошла бить этих мобов. Как это произошло? Магия. Нет, серьезно. Ну це магія, тепер ми йдемо цього мобу. Це магія? Зв'язок влазить з медан. У них 109 сім'янок. Ого. Вони вмирають оцей, зразу у них інший виростає. Может быть, мы приплюнем, не? Семена, собери, потому что я висну. Окей, ты не помри тут. Я не помру, ты семена собери. Я забрал. Собрал? Все, мы растем. Не? Или еще не растем? У меня кошка теперь прямо в коробке. Когда коробка снизу стоит, она на мою кровать делает. Блин, я опять в центре боя. Магия? Пускай прием, все задолбали. Хоть за ультуру разок сегодня. Ого, что с этим мужиком? Help! Убили. Ну где наш? Почему он не растет? Ага, вырос. Давай, порешалово. Прикольно было бы, если 20 точек столкнулись бы. Или это невозможно? Если нет музыки без банят. Я не понял. Я не понял. Не знаю, від сьогодні починаючи, кожен день. Якщо все таку саму гімняну контору. Тобі про Android? Про програмування взагалі. Ну, і хоча б о чому ти шариш, я так розумію. Ну. І що, їм так журнопорт не знесли? У нас, в принципі, я не знаю, які, але... Ніде це в нашому конторі вчити. Він там тріпати дерево зв'язує. А ви ж мені навчити, скажи, пацани. Чесно, було дуже приємно з вами працювати. Але я йду, блядь, було б лучше. Хто те туди пусте? Було лучше? Так. Блядь, до свій подв'язку треба. Я там дуже проти. Зараз поки вчить, можна... Зараз всі дружні сюди бігом. Іво, ти буде ще не спить. За тобой хвост, я не еду на точку. Я в курсі, ти краще плітувалася з втечею. А що случилось? Ха-ха-ха-ха-ха! Хто би мог подумати? Причому у мене там вже не моя смерть, це 5 секунд. Я вже умерла, але мені ще не писали, що мені вбили. Включився. Ну, как включился?
швидкість поміняється. У мене його немає, не знаю. Бен, щоб робити зараз. У мене ще один виглядає, я співак програміст-інженер, да? Круто. Чому б і ні? А серьезно, если такое на автоматическом пилоте, то игра прогрессирует для тебя? Так. Интересно. Ох ты ж пизю! Я пизю! Ох ты ж... Да сука, ты не разбивает нахрен! Все, Робби, видим, что ты идешь. Робби, я на чем-то был. Вони роблять тупо якусь скріму, я вже давно їм давно могли нас вирішити. Мені кажется, я вже слышала цю пісню від цього парня. Чула. Я так понимаю, нам очень нравится. Нравится. Так, ну лол, ты хотя бы обновлял недавно? Потому что оно что-то надо было. А ты думал, какие у нас шансы, ничего не осталось. Кто первых семян соберет, тот и победит. Ну, так вот. А фотошоп у меня все равно работает. Так, идем в лол. Может, все-таки ты выключишь трансляцию? Что же ты выключу? Трансляцию. Я могу выключить трансляцию, но запись оставить. А, наверное, то же самое будет. Грубо. Там, в разе чего, подвижешь, че шо. Ну, окей. Мы останавливаем трансляцию, чтобы потом... Короче. Неудачно получилось. Всем спасибо за просмотр. Скажи спасибо. Нам залетать сюда на силу, да, на силу.